Вітаю в ефірі студія «Репортер». Мене звуть Костянтин Гречаний. Ми сьогодні будемо говорити, як зробити із Одеси справжню туристичну перлину біля моря, що для цього потрібно і які основні проблеми на цьому шляху стоять зараз перед міською владою, нинішньою, вже незабаром майбутньою. Говорити ми про це будемо з Сергієм Варламовим, політиком, громадським діячем. Вітаю вас, Сергію. Скажіть, от на вашу думку, от просто коротко перелічіть, які проблеми не дають зараз Одесі розвиватися як туристичному центру або заважають? Так, в нас дійсно є певні все-таки там успіхи, якісь туристичні, да, але це переважно туристи з ближнього зарубіжжя, які приїжджають, не залишають тут багато грошей, приїжджають на день, на два. Ну, це не зовсім те, на що може розраховувати Одеса. Погодьтеся, ваша думка. 100% согласен. Ну, первое, что стоит сказать, у нас полностью отсутствует какая-либо туристическая инфраструктура, ну, то есть у города нет стратегии вообще абсолютно развития туристической инфраструктуры на сегодняшний день. Это первый момент. А второй момент – это, я считаю, неудачный и неправильный такой себе вектор развития города, который выбрали наши одесские застройщики, которые сегодня финансируют одесские различные партии и различные кандидатуры там, в мэры и так далее. Это те люди, которые сегодня действительно определяют будущее нашего города, к сожалению. И они выбрали совсем иной путь, не тот путь, который выбирают западные страны. На Западе те люди, которые были, они знают, что там городские власти всегда берегут свой исторический центр. Они берегут свою культуру, свою архитектуру, свой ансамбль архитектурный. И за счет этого они привлекают огромное количество туристов. А у нас, помимо прекрасной архитектуры и в свое время гениальной экосистемы, и еще и моря, у нас, к сожалению, вот все, весь тот гигантский потенциал, который у нас сегодня есть, он не то, что не реализовывается, он уничтожается. Он уничтожается в том числе, потому что в ту же Аркадию сегодня просто нереально заехать, например. Да? То есть там на сегодняшний день существует проблема транспортного коллапса. Поэтому первое, конечно, неудачный, неправильный вектор, который просто ведет город к катастрофе, реально, отсутствие какой-либо вообще стратегии, потому что, опять же таки, настоящие владельцы города, конечные бенефициары, они не ориентированы на туристический бизнес. Мы живем в тех реалиях, в которых, конечно, мы должны, скажем так, мы понимаем, что у нас сегодня есть олигархи, есть местные феодалы и так далее. Вот, например, во Львове мы видим пример удачной коллаборации, назовем это так, местных феодальных и коммерческих групп с интересами города. То есть они реально заинтересованы в том, чтобы развивать, к примеру, во Львове туризм. Да? Они, Тому що в довгостроковій перспективі навіть вони ж зможуть зробити більше. А чому ж наші цього не розуміють? То есть, вот, в этом-то и вопрос. Существуют ли олигархи где-то в других странах или в западных странах и так далее, в Америке? Да, конечно, существуют. То есть это явление, которое, ну, есть, просто оно есть, это надо понять. Другой вопрос, что есть люди, которые мыслят не так, как, ну, там, алкоголики, вот сегодняшним днем и все, или наркоманы, да, а вот есть люди, которые мыслят стратегически, мыслят так, как сделать, чтобы это было интересно и городу, и им, и действительно, если разработать адекватную систему и государственного управления и местного, то это будет выгодно всем. Это будет выгодно и одесситам, и приезжим, и местным вот этим финансово-промышленным группам. Но, к сожалению, они сегодня живут одним днем. И вот то огромное количество застроек, которые у нас сегодня есть, показывает просто, что у них нет никакой стратегии развития. И, к сожалению, так получается, что, видите, у нас эти кланы между собой воюют, и именно поэтому они живут с одним днем. Они понимают, что завтра придет кто-то другой, у них будет с ними конфликт, и они живут вот в этом вот постоянном состоянии конфликта. Именно это не дает возможности городу развиваться. Их стратегия за то время, вот, за которое они вот пришли к власти, забрать максимум земли. То есть это самая вот простая, извините, глупая стратегия, которая просто разрушает Одессу. Это недальновидность. Это недальновидность, и вот она гибельна для нашего города.
Ну, от в Одесі зараз туристичний такий імідж, дійсно, що це в першу чергу море, пляжі сюди їдуть на літо, всі там мріють в командировку до Одеси потрапити, тому що, ну, зрозуміло, так? Ще було б щастя, де нещастя допомогло, ми тимчасово втратили Кримський півострів, і, ну, Одеса ще більш актуалізувала свою от туристичну привабливість. Але ця туристична привабливість, ну, це скільки? Ну, 3,5, ну, 4 місяці на рік. Що потрібно зробити, щоб в нас був не тільки пляжний туризм, щоб Одеса була цілий рік Одеса була цікавою для туристів. Адже в нас унікальна там архітектура, в нас проводяться там музичні фестивалі, в нас кінофестиваль проводиться, в нас є деякі цікаві заходи, але щоб проводиться це от на тому рівні, на якому воно дійсно цікаве людям з далекого зарубіжжя. Ну, будь-кому. Ну, конечно, вопрос риторический. То, о чем я коротко сказал, никто не ориентирован на сегодняшний день из крупного бизнеса одесского на то, чтобы это создавать. Вот просто им это неинтересно. Это в том числе проблема того, что малый и средний бизнес в Одессе давится, и, в принципе, на него никто не ориентируется. Вот сегодня, если посмотреть на наш туристический маршрут, вот он проходит, вот если пройтись по центру города, вот, условно говоря, еще в августе, когда ездили эти кабы с туристами, да, эти экологические, то ты понимаешь, что людей везут просто от одной точки к другой, понятно, но через руины. Ты просто едешь и боишься, там, едешь и уворачиваешься, просто говоря, от плитки, которая на тебя падает, там, или лепнины. Ну, то есть это просто реально катастрофа. И, конечно, ответ на ваш вопрос кроется в самом вопросе. Действительно, Одесса — это же не только, это не только море. Это потрясающая культура, уникальная архитектура, которую сегодня просто довели до состояния разрушения. И вот если заниматься развитием именно этой части города, Одесса была бы популярна не только для внутреннего туризма, но и для внешнего, естественно. И если бы город создавал и туристическую инфраструктуру, и занимался рекламой города на внешней, скажем так, на внешних рынках, и, ну, а не просто, скажем, отмывал деньги на бесполезных и дешевых роликах, ну, то это была бы совсем другая история. Но мы видим, понятно, что такой стратегии на сегодняшний день нет. Вот с горя пополам добились от мэрии, чтобы они начали реставрацию дома Гоголя недавно. И также недавно пообщался с руководителем Украинского театра, который просто уже 7 лет стоит в строительных лесах. Оказывается, это уже, конечно, касается не местной власти, это касается облрады, которая просто игнорирует эту ситуацию и не выделяет никаких денег на него. А это, на секундочку, объект исторического наследия. В этом театре выступала даже Исидора Дункан. То есть там, ну, просто потрясающие люди, известные люди. И у нас огромное наследие, которое мы не только не развиваем, мы его гробим. Поэтому, да, естественно, нужно менять вектор развития города и заниматься комплексным восстановлением нашего культурного и архитектурно-исторического потенциала. Ввести немедленный мораторий на застройку исторического центра города и создать новую комплексную программу по его реставрации. Вот так. От, ну, погодьтеся, Сергій, не можна сказати, що не робиться взагалі нічого, ну це було б дивно з бюджетом у 10,5 мільярдів, якби взагалі нічого не робилося, але в той же час, звісно, що в міста немає грошей для того, щоб відреставрувати, от просто взяти в один раз і всі історичні фасади. Мене дивує ось що, от пішла там якась хвиля хайпу, так, певні там скандали, дом Русова. Так, добре, от зараз взялися, вже фактично зробили. Дом Лібмана будуть робити, Велику Московську зробили. Але це все відбувається якось хаотично. От ви підняли питання щодо будинку Гоголя. Так, от, ну, я думаю, що принаймні є вже на рівні обіцянок, так, вже є якісь там перші кроки, що наступного року візьмуться за нього. Але ж оце так, громадськість сказала, що це от проблема з цим будинком. Все, почали щось робити. Потім оп, пішли там
десь в іншому місці. Можливо, варто виробити якусь стратегію, щоб це був єдиний от, певний такий туристичний маршрут історичним центром Одеси. Щоб це було ну, не так хаотично, як зараз, а щоб була стратегія якраз певна, щоб кожен етап був це певний маршрут, певна закінчена логічна думка реставраційна. Ну, на самом деле, вообще сложно с вами не согласиться в этом вопросе. Действительно, все это делается, наш город реконструируется так же хаотично, как и застраивается. То есть мы понимаем прекрасно, что вот мы, условно говоря, где-то надавили, там, надавили по дому Гоголя, городская власть резко разворачивается, все усилия на дом Гоголя, там... начинают им заниматься. То есть просто это вот как если смотрели интервью с Гордоном и экс-представителем офиса президента Богданом. Да. Да, он говорил о том, что когда вы бежите, да, вас не догоняют. А когда вы останавливаетесь, то вам нужно отбиваться. Ну вот городская власть находится в таком состоянии, что она никуда не бежит, а не бежит, потому что нет сверхцели. Нет никаких задач, нет стратегии, есть ежедневная рутина, отбивание от проблем и какие-то, в принципе, основная задача – это просто остаться у власти. То есть, ну, вот так. Нету стратегии, нет идеологии, нет каких-то далеко идущих идей реальных. И поэтому, конечно, вот то, что они делают, это стоят на месте и просто отбиваются от тех проблем, которые наваливаются. А у нас город, вы знаете, достаточно инертный, и поэтому эти вот болевые точки, они... Сложно сказать, что в медиаполе постоянно находится множество таких проблем. Хотя, но это и неможливо. Вот, это, конечно, невозможно. Потому что Россия иначе вал. Рассеивается внимание, да. И вот, кстати, вот, например, в Киеве вот действительно так. Создать какой-то серьезный инфоповод очень сложно, потому что он тонет просто в гигантском городе. И вот ты едешь по Киеву и видишь, что там какое-то мероприятие, там СМИ, там акция, там перекрытие дороги или еще что-то. То есть город живет вот этим. Он бурлит, и это хорошо, потому что есть гражданское общество, которое постоянно толкает и держит в тонусе местную власть. Ну там с забудовою проблемы меньше с тем, там не меньше, ниже у нас. Да. Конечно, я прекрасно понимаю, да. Но в целом, впрочем, к чему я это говорю? Я говорю это к тому, что вот все эти проблемы, если отдельно разбирать, проблема ЖКХ, проблема дорог, проблема парковок, ситуации с туризмом и так далее. У нас на самом деле... Вот все, что касается местных программ партии, идущих в горсовет, они, конечно, про следствие. То есть вот можно прочитать у различных, скажем так, кандидатов, вот они сегодня говорят о том, что нужно запретить там высотную застройку в историческом центре. Так она и так запрещена. Или что нужно запретить строить жилищные комплексы в зонах рекреации. Так нельзя их строить. Но они просто строятся. Нужно там строить новые садики или еще что-то. Ну так, скажем, все это есть. Все это есть, просто это не выполняется. Поэтому нужно сказать, что все эти проблемы, все инфраструктурные проблемы, проблемы со школами, садиками, застройкой, с туризмом, это следствие. А причина, главная причина проблемы, она, конечно, находится в городском совете и в подходе к развитию города, в подходе к управлению городом. Поэтому я считаю, что... Я знаю, что политическая сила, которую вы представляете, не будем ее называть, не можна, згідно із законом, має свою стратегію щодо реформування, скажімо так, підходів міської влади, да, до от цих проблем, про які ми сьогодні кажемо. От буквально в двох словах, у нас не так багато часу залишається, розкажіть, що ви пропонуєте? Є шість шагів, которые мы предлагаем сделать и которые могут перезагрузить власть, сделать городскую власть публичной и подотчетной одесситам, для того, чтобы действительно соблюдались принципы прямой демократии и городом управляли в первую очередь одесситы, а не какие-то местные там олигархические кланы и группы. Поэтому, и не завжди місцеві, до речі. Кстати, да, конечно. Ну,
Да, я думаю, на это можно ограничиться. В общем-то, первый шаг, конечно, это одесская иллюстрация, я бы его назвал так. Я считаю, что все те люди, которые имели отношение к данной власти на протяжении последних вот 5 лет и так далее, вот они все должны быть подчастую немедленно отстранены от управления городом. Далее, что нам нужно, когда уже нет этих чиновников с негативным бэкграундом и так далее? Нужно запустить прозрачные конкурсы. Что это такое? Это конкурс, на котором будет проводиться онлайн-видеофиксация, будут привлечены средства массовой информации, а также городская общественность вот на момент проведения конкурса, для того, чтобы он был публичным, а не для того, чтобы человека просто заводили за руку в тот или иной кабинет. То есть это прозрачный конкурс с пониманием, кто заходит на эти места, что это за люди, по какому принципу они туда назначаются. То есть тот принцип, о которых говорила зеленая власть про какие-то новые лица, он провалился. Мы понимаем, что да, нужны новые лица, действительно, но эти новые лица должны быть профессионалами, это должны быть талантливые менеджеры с опытом государственного управления, то есть это должны быть государственники. Вот, далее, третье, я считаю, что должен быть проведен, это то, чего не было никогда, полный публичный аудит городской власти и всего городского хозяйства. Для чего? Сегодня есть огромное количество проблем, о которых говорят, и говорят о том, что понимают, как их решить. На самом деле, не все понимают глубину и суть проблем. Для того, чтобы понимать то, что находится внутри, нужно быть при власти. Надо знать реальное состояние там, труб, ливневок, там, всего паркингов, там, различных парковок, пляжей. Надо понимать в результате аудита, надо понять, кто из там, ситуации с парковками действительно платит какие-то деньги в городской совет, а кто работает по-черному. Там, та же ситуация с пляжами, та же ситуация в сфере ЖКХ и с другими вещами. И по результатам независимого аудита нужно сообщить и провести публичный отчет и сказать, вот у нас вот такая ситуация в городе, а она, скорее всего, будет объективно катастрофической. Нужно публично отчитаться, что реально происходит в Одессе. Далее, по результатам данного аудита, я считаю, что должны быть направлены обращения в компетентные органы по поводу преступного бездействия или преступных действий, которые повлекли за собой огромный, по сути, ущерб Одессе. Вот. Далее, последние пункты заканчиваю, это детинизация и дерегуляция. Дерегуляция – это сокращение гигантского раздутого штата чиновников и оптимизация наших городских органов. Потому что, как вы знаете, у нас есть огромное количество органов с дублирующими друг друга функциями и полномочиями, и по итогу они футболят людей от одного к другому, и на самом деле на сегодняшний день нет органа, который вот четко за что-то вот прям вот отвечает, вот они и вот и все. Вот такого практически нет. Всегда есть вот эта вся чехарда, рутина, бюрократия, которая позволяет чиновникам избегать ответственности. То есть сократить штат чиновников, сократить штат бесполезных органов и сократить, соответственно, давление на бизнес, а также обязать чиновников проводить все проверки с онлайн-видеофиксацией. Вот. И также, конечно, стоит сказать, что на время коронакризиса следует вообще ввести мораторий на проверки малого и среднего бизнеса. Что касается детинизации. Детинизация – это, в принципе, тоже простой подход и очень важный. Открыть город и городскую власть для одесситов. Для того, чтобы одесситы реально могли влиять на те процессы, которые в них происходят, и знать, что именно там происходит. Я считаю, что каждое подразделение городское, руководитель подразделения должен раз в 3 месяца делать публичную отчетность перед одесситами, перед средствами массовой информации о том, какую он работу провел, что он сделал, и отвечать на вопросы всех желающих. То есть это должен быть публичный менеджер. Далее, следует ввести режим открытых дверей. То есть на сегодняшний день, вы знаете, наши там, чиновники, они в основном, если ты какой-нибудь там крутой директор или начальник, то к тебе ты не попадешь, вот нереально. Ты просто какой-то местный царь, богема там, или еще что-то. Нужно там ведь людины заложить. Насколько. Конечно, есть совершенно разные люди. Безусловно, но часто мы сталкиваемся с такой ситуацией, что люди просто, ну,
просто оккупируют эти кабинеты, и ты их никогда не найдешь. Да, вот. То есть ты этих людей никогда не найдешь, ты до них не достучишься. Поэтому нужно обеспечить постоянную онлайн-фиксацию всех совещаний, внутренних конференций, деятельности этих органов, а также полную публичность и доступность вот, гражданам к этим кабинетам, к этим людям и начальникам. Вот примерно так. И поэтому, когда будет полная перезагрузка, а самое главное, чтобы была видеофиксация и публичность тендеров, вот это может поменять очень многое. После перезагрузки системы, которая сегодня действует в нашем городе, можно говорить о борьбе со следствием. Да и оно само по себе отпадет. Не нужно будет вводить мораторий на застройку исторического центра города, потому что запрещено. Ну, нельзя застраивать высотный. Ну, по сути, он и так есть. То есть не надо вводить новые правила по пляжам, не надо заниматься всей этой ситуацией. Есть опытные менеджеры, есть открытые люди, есть люди с четким пониманием, с кого, извините, можно спросить, вот если есть какая-то проблематика, и вот и все, и оно уже должно работать, это должна быть очищенная новая система городского управления. Сергій, я вам дякую за ефір, дякую, що прийшли до нас. Спасибо. Сергій Варламов, політик та громадський діяч, був у нас в студії, говорили про проблеми міста, мене звати Костянтин Гречани, залишайтеся з репортером.